вами снова Вилка, ну или просто Вета. Сегодняшнее видео будет посвящено моим 15 странным фактам. Смотрим. Первый факт обо мне. Я могу ничего не делать целый день. Не знаю, сидеть в планшете, играть в разные игры, рисовать, заниматься всякой ненужной штукой. А под вечер, буквально под ночь, я могу сделать столько, сколько не делала за всю неделю. Вчера ночью я сделала английский, немецкий, выучила теорему, сделала русский, отмонтировала видео, пропиарилась. Я не знаю, я столько сделала за вечер, сколько не делала за весь день. Два. У меня есть ежедневник, в который я записываю все дела по порядку, которые я должна сделать. И отмечаю, какие я сделала и какие не сделала. Это безумно помогает в распланировке дня, и вообще, когда я смотрю в этот блокнот, я понимаю, чего я не сделала и что мне нужно сделать. Когда у меня все находится в голове, я половину могу забыть, а половину могу вообще, не знаю, придумать и заниматься непонятно чем. Три. Если честно, я не хочу говорить о том, что я снимаю видео своим друзьям, потому что в прошлый раз, когда я начала скидывать им свое видео, они начали говорить, что это бред, и половина меня засмеяла. Конечно, в тот раз я сразу удалила свои видео и заблокировала, но сейчас такого не будет, я просто буду молчать. И вы молчите. 4. Я верю в то, что если ты будешь посылать положительные мысли, знать, что тебя ждет, и верить только в лучшее, все действительно будет лучше. А, и да, немного отойду от темы. Советую вам почитать вот эту книгу, если у вас сейчас не очень хороший момент в жизни, может быть, черная полоса, или у вас вообще ничего не получается, и вы не знаете, что делать. Книжка «Секрет» от Ронды Берн. Также существует фильм «Секрет». Под видео я могу скинуть ссылку, очень вдохновляющий фильм. Я думаю, всем должен понравиться. Пятый факт, скорее всего, будет не странный факт, а какая-то биография. Я обожаю монтировать видео и могу целый день этим заниматься. Действительно, это очень интересно для меня. Мне очень нравится рисовать, петь, не знаю, там делать что-то своими руками, украшать комнату, быть ведущей на каких-то мероприятиях, танцевать. В общем, я обожаю все, что связано с творчеством, потому что я чувствую, что это мое. 6. Шестой факт. Когда у меня перегруженный график, когда у меня просто все разбито по минутам, когда мне нужно идти на немецкий, потом после него сразу бежать на танцы и делать потом то, я устаю, прихожу домой и говорю: «Господи, как я хочу отдохнуть». На недельке мне выдается такой денек, ну, к примеру, там, в субботу или воскресенье. Знаете, что я делаю весь день дома? Да-да, именно поэтому я и завела себе блокнот, чтобы в субботу или в воскресенье, или в любой свободный день я могла посмотреть на него и знать, что мне делать. Моя кличка — Вилка. Да, именно Вилка. Вы сейчас задумались, почему именно Вилка? Что вообще значит это Вилка? Вилка, ложка, столовые предметы, столовые приборы? Такое прозвище мне дала одна моя подруга. Лет 5 назад я была в лагере. Она сказала: «О, Виолетта, значит будешь, значит Вилка. Виолетта похожа на Вилка». Виолетта? Вилка? Чем это похоже, я не знаю. Но с тех пор меня в лагерях называли Вилкой. А в повседневной жизни я так не называю себя, потому что я считаю, что когда тебя называют по прозвищу, то люди порой не запоминают тогда мое имя настоящее, Виолетта. И это происходит так. Привет. Привет, В общем, суть в том, что никто не запоминает моего имени. И это меня безумно раздражает. Я не могу ни дня без своих родных, без своей мамы, без моей бабушки. Потому что эти люди настолько мне дороги, я могу поговорить с ним буквально обо всем. У меня настолько понимающие и добрые родители, в меру строгие и в меру добрые, так скажу. Вот. Когда мне становится скучно, и я иду по улице, к примеру, я смотрю на человека, который идет напротив меня, и не отрываю взгляд. Смотрю на поведение этого человека. На самом деле это безумно поднимает настроение, потому что каждый человек
реагируют по-разному. Кто-то может посмотреть на тебя, а потом отвести взгляд, а кто-то может до конца смотреть взгляд, потом обернуться, еще раз обернуться, и вообще, может быть, вы познакомитесь с этим человеком. Так что это можно считать как способ знакомства. Факт номер 10. Если я попробую что-то сладкое, к примеру, шоколадку, откушу немножко и скажу, что нет, я не буду много, я съем одну шоколадку, одну только шоколадки. В итоге я съем потом шоколадку полностью, съем еще одну, запью это все шоколадным коктейлем, съем шоколадный пудинг, в общем, вы поняли. Факт номер 11. Я не могу выйти на улицу с грязной головой. Даже если мне нужно буквально зайти, не знаю, в соседний магазин, я просто не могу, ну, не знаю, не позволяет мне что ли это. Факт номер 12. Когда я выкладываю свое видео, я буквально каждые 5 минут захожу посмотреть, не поставил ли мне кто-то лайк или оставил комментарий, не подписался ли кто-нибудь на меня, потому что для меня это безумно важно, и я очень хочу продвинуться в этом деле. Факт номер 13. Если по телевизору показывают какой-нибудь фильм, к примеру, «Мармадюк», и показывают его в час ночи, то я лучше досмотрю сейчас, именно в час ночи, чем потом завтра буду включать его где-то на компьютере искать. То есть я не люблю смотреть те фильмы по компьютеру, которые я могла бы посмотреть по телевизору, но пропустила. Какой-то бред, да, но все же это я. 14 факт. Я буквально до 12 лет, наверное, боялась спать одна в комнате, потому что, не знаю, я и страшные фильмы до сих пор не люблю смотреть, а точнее, я их вообще не смотрю. Вот. Многие сейчас, наверное, сказали, что? Ты не смотришь страшные фильмы? Да, я не смотрела ни «Пилу 1», ни «Пилу 2», 3, 4, 32. Угу. Ну и, наконец, факт номер 15. Факт. Я всегда хочу быть в центре внимания. К примеру, если есть группа людей, и там все люди лидеры, то это тяжело для меня, потому что все хотят высказать свои идеи. Но и когда есть группа, в которой люди не хотят ничего делать, а я единственный лидер, это тоже тяжело для меня. То есть это странный факт, что я и хочу быть лидером, и не хочу быть одновременно. Что-то среднее. Я хочу везде золотой середины. Я надеюсь, вам понравилось это видео 15 странных фактов обо мне. Вы поставите ему палец вверх, подпишитесь на мой канал, потому что мне будет безумно приятно, и я буду опять каждые 5 минут проверять, смотреть, поставили ли вы мне лайк или подписались. Всем спасибо, все, до скорой встречи, пока!